Ребята, всем привет! Сейчас я вам покажу, как я разбираю клапана на своем ЗМЗ-406. То есть, как их можно снять без рассухаривателя, без каких-то суперподручных средств. Простой ключ и простой молоток. Свечной ключ, причем 16-й, не 21-й, а 17, даже 17-й на 17. Вот так вот я его ставлю. Ставлю посередине и стараюсь держать так, чтобы он не зацепил стенок. И резкий удар, поправляю ключ. Опа, один сухарь выскочил, вот он. Видите? Причем я под клапана ничего не подкладываю. Вот так вот, как есть. Опа, один аж выскочил за пределы моих работ. Ну, теперь убираю шайбы, пружинки, вот так вот по клапану, оп, и он внизу. Клапан, смотрите, какой беленький, аккуратненький, красивенький. Вот смотрите, следующий цилиндр покажу вам. Опа, выскочил. Вот, видите, сухарик выскочил. Следующий. Опа, и следующий выскочил. Вот так вот все. Забираю, убираю. Клапан вынимаю. Ну, в общем, вот так вот и разбирается вся голова. Ну, как вы могли заметить, ничего здесь сложного нету. Она у меня, головка лежит на покрышке, я ничего вниз не подкладываю под клапана, чтобы их не погнуть. Вот, не надо ничего подкладывать. Вот, стучите спокойно на весу, они спокойно оттуда выскакивают, тут достаете, и у вас как бы все ровненько, клапана ровненькие, седла у вас не страдают, вот. Направляющие тоже не страдают. Поэтому аккуратно все получается. Ну, а как их поставить назад, я уже вам покажу в следующий раз. Ну, тоже, в принципе, ничего сложного. Вот так снимаются клапана. Всем добра и всем пока.